бронзовую медаль ВДНХ за то, что я два раза побыл на всесоюзной доске почета Москвы. Александр Сокальчиков рассказывает студентам о своем трудовом пути. Он 43 года работал машинистом компрессорных установок на Минибаевском газоперерабатывающем заводе. Стал свидетелем событий, когда осваивалось новое месторождение Ромашкино, где вместе с нефтяниками работали газовики и строители. Мы 8 человек вот сюда прибыли, все в компрессорный цех. Компрессорный цех прибыли, ну, не всем понравилось. Сами студенты выступили с докладами, рассказали и о заслугах буровика Михаила Белоглазова, в честь которого назвали улицу в Альметьевске. 1950-й трест «Альметьев-Бурнефть» стал одним из лучших буровых предприятий СССР. Александр Сокальчиков напоминает студентам, не надо бояться работы, нужно проявлять трудолюбие и упорство. И самое главное – любить свое дело. Я жизнь люблю. Жизнь люблю, значит, ты работу любишь. А если будешь так вот увлекаться, это не надо, это не нравится, другое не нравится работа. Я не уходил никуда с работы, я ее любил. Очень позитивный мужчина, который в мельчайших подробностях помнит всю свою жизнь. Он очень мне понравился, я, наверное, хотела бы быть на него похожей. Следующими событиями в техникуме в рамках программы Всероссийского урока трудовой доблести будут фотоконкурс и спортивный фестиваль. Рената Саидгараева, Булат Усманов, новости Юго-Востока.